красивая шапочка, какая классная. Шапочка пошла к бабушке и Бог пошел. Там был крутой Бог, и крутой, он обманул классную шапочку. Бог говорит, классная шапочка, куда ты направляешься? Он пошел по короткой, классная шапочка по длине. Бог дернул за ролочку и все, и передал. Бог говорит, ты вытягиваешь тебя. А потом все вместе положи ко мне, Бог. И все, и зашли. Бог проснулся, и Бог говорит, Бог, какой тяжелый, стой у меня там камни. Представляете, там волковые камни вообще. Ребята, почитайте сказку, потому что интересные, все. Вот и сказочки, конечно.